начала года в Сарове произошло 36 пожаров, в которых погибло трое человек. Самая частая причина возгораний – неосторожность при курении – 15 случаев. Из-за нарушения правил устройства эксплуатации электрооборудования произошло 7 возгораний. На третьем месте сразу две причины – неосторожное обращение с огнем и неисправность печи или дымохода. 5 случаев в нашем городе с начала года. Необходимые профилактические меры касаемо жилых домов и квартир со стороны граждан необходимо производить следующим образом. Это следить за исправностью электропроводки, следить за исправностью газового оборудования, а также электрообогревательных приборов. Иметь первоначальные средства пожаротушения в виде огнетушителя, а также противопожарного полотна. Также перед сном очень важно выключать электроприборы из сети. При возгорании важно действовать оперативно. Если пожар локализовать невозможно, необходимо срочно эвакуироваться и помочь выбраться детям и пожилым людям, которым сложно передвигаться. Дышать только через мокрую ткань. Главное сразу же вызвать помощь. При обнаружении пожара необходимо совершить звонок в пожарную охрану либо в единую службу спасения по номеру 112, сообщить о случившемся. В свою очередь, наши сотрудники пожарной охраны незамедлительно выезжают на место пожара и производят тушение, ликвидацию возгорания. О мерах профилактики и алгоритме действий при пожарах сотрудники регулярно рассказывают юным саровчанам, проводят беседы в школах, а также информируют население. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.